На год досрочно завершен. В селе Джага Малокарачаевского района закончились работы по капитальному ремонту дамб, берегоукрепительные сооружения общей протяженностью 3777 метров расположены на левом и правом берегах реки Эшкакон. Алла Качиева подробнее. В 2002 году во время наводнений в зоне стихийного бедствия оказались и жители села Джага. Тогда вода на реке Эшкакон поднялась до критических отметок, были пострадавшие. И при реконструкции дамбы в проекте учитывались все эти моменты. Ведь в зоне возможного подтопления помимо домов также находились школа, мечеть, администрация сельского поселения, дом культуры, детский сад, магазин. Предотвращенный ущерб от негативного воздействия воды на сегодняшний день составил более миллиарда рублей. В 2002 году у нас было очень сильное наводнение, дома унесло, многие пострадали. Вот это берегоукрепительное сооружение, оно обезопасило около 3000 человек вот на данный момент. Хотелось бы выразить огромную благодарность главе республики, главе района, ребятам, которые тут работали. Они вообще досрочно все закончили. Очень хорошая команда попалась. Мероприятие реализовано в рамках государственной программы Карачаево-Черкесии «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в республике». И согласно проектной документации должно было завершиться в 2024 году. Берегоукрепительные работы сооружения общей протяженностью 3776 метров проходили на левом и правом берегах реки Эшкакон. Ремонт дамб позволит защитить жителей села Джага с домовладениями и приусадебными участками, проживающих на площади возможного затопления 55 гектаров. В планах есть продолжить. У нас как бы половина села, дамба до половины села закрыла. В планах еще есть продолжить. Ну, мы на учет поставили, обратимся опять к главе района, главе республики. Ну, будем делать все, что в наших силах. Очень многие приняли участие в этом проекте, начиная от кадастровых инженеров. Он прям зимой тут на учет ставил, чтобы мы в эту программу вошли. Кто по бумагам работал, кто проект делал. От имени всех жителей нашего села выражаю огромную благодарность всем. Помимо ремонта дамбы, в нашем населенном пункте немало позитивных изменений, рассказывает глава Джаги Биаслан Хубиев. Не только эта дамба, у нас детский садик построен, эта дамба сделана. На следующий год у нас в планах, я сам с главой республики встречался, у нас в планах амбулаторную лечебницу сделать. Да? Это вот честно, действительно обнадеживает, да, что вот что от нас зависит, если мы сделаем, поддержку всегда найдем. И исходя из всего этого, огромная благодарность главе республики, главе района тоже всегда поддержит. Алла Качиева, Ахмат Чучаев, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район.